Семя — это основа нашего физического существования. В ведической культуре это называется вирья. Вирья также относится к тому, что мы называем ваджрой. Это значит, что это одна из самых сильных вещей, если вы знаете, как ее использовать. И это касается всего, не только семени. Любое измерение вашего тела и ума вы можете превратить в нечто потрясающее. Садхгуру, второй вопрос из социальных сетей. Ариан Сайн задает такой вопрос. Какую роль мужское семя играет в физическом, умственном и духовном благополучии человека? Может ли пустая трата семени повредить нам духовно? Семя — это основа нашего физического существования. Неважно, мужчина вы или женщина, вы появились на свет, потому что это 50% ингредиентов. Да? У вас есть кожа, есть эпителиальные клетки, есть волосы. У нас есть много других частей, составляющих тело: сердце, печень, почки и много чего еще. Все эти клетки имеют определенную потенциальную энергию, каждая по-своему. Но семя обладает необычайным уровнем потенциала. Оно может создать совершенно новую жизнь. Сегодня вы можете взять эпителиальную клетку и многое с ней сделать в лаборатории. Может быть, мы даже сможем клонировать вас. Так что потенциал в ней тоже есть, но не с таким же динамизмом, как в клетке, которую мы называем семенем. В йогической культуре это называется вирья. Вирья также относится к тому, что мы называем ваджрой, что означает стабильность или алмаз, то есть что-то очень прочное. Таким образом, в теле человека вирья считается подобной ваджре. Это значит, что это одна из самых сильных вещей, если вы знаете, как ее использовать. Вы можете использовать семя, чтобы зачать ребенка. Это одно. Этот вопрос возник, потому что вы используете ее, чтобы выплеснуть на простыню своего кампуса. Раз вы используете его так, раз такова ваша тяга, делайте, что делаете. Я не считаю, что это нужно оценивать с моральной точки зрения, смысл не в этом. Вопрос в том, насколько это компульсивно. Но может ли что-то в этом теле быть трансформировано в другую функцию? Конечно. И не только семя. Абсолютно все в нашем теле может быть преобразовано. Например, я дам каждому из вас ингредиенты для приготовления супа. Одни и те же ингредиенты. Думаете, что все вы приготовите один и тот же суп? Нет. Вы приготовите 500 разных супов. Хотя ингредиенты будут те же самые. Вот и все, что случилось с нами сейчас. Все мы в своей сущности состоим из одних и тех же ингредиентов. Но посмотрите, как мы отличаемся. Разные супы. Если я дам вам ингредиенты для приготовления супа, вы можете приготовить или отличный суп, или скверный суп. Это зависит от того, какие у вас навыки, не так ли? И это касается всего, не только семени. Любое измерение вашего тела и ума вы можете превратить в нечто потрясающее. Либо же сделать это посредственным, либо же сделать это серьезной проблемой. Это касается каждого аспекта вашей жизни. Это относится и к этому аспекту жизни. Та же энергия. Люди понимают это буквально. Но если вы хотите произвести определенные клетки, скажем, эпителиальные, сколько энергии тело затратит на это? Если вы захотите произвести клетку, которую вы называете семенем, сколько энергии тело затратит на это? Это будет очень сильно отличаться. Это может быть научно доказано. Итак, если вы вкладываете во что-то столько энергии, очевидно, что это обладает потенциалом, если вы знаете, как его раскрыть. Но знаете ли вы, как его раскрыть? Способны ли вы его раскрыть? Если у вас необходимая садхана и руководство для этого, это большой вопрос.